Владельцы крупнейших фермерских хозяйств Карачаево-Черкесии ознакомились с заводом по переработке баранины группы компании «Домате». Для гостей организовали экскурсию по предприятию. Фермерам рассказали о производстве, а затем провели совещание. На что был сделан акцент во время встречи, расскажет Альбина Ламкова. Мы производим в ежедневном режиме более 10 тонн продукции. В экскурсии приняли участие 25 фермеров, собственников хозяйств. Министр сельского хозяйства Карачаева-Черкесии Анзор Баташев и руководство компании «Домате». У меня вакуум-термоформер, далее газовакуумный лоток. Здесь мы закачиваем специальный пищевой газ, что позволяет достичь сроки хранения порядка 15 суток. На встрече фермерам показали и рассказали возможности крупнейшего в России завода по переработке баранины. Акцент был сделан на высокий уровень автоматизации производственных процессов, соблюдение строгих санитарно-гигиенических норм, а также требованиям стандарта халяль. Фермеры увидели работу современных линий по обвалке мяса, убою разделки и упаковке. Ознакомились с работой холодильного оборудования и недавно запущенного цеха по производству консервов. У нас и скота много, и овец, и крупный рогатый скот. Вот нам весьма приятно, что вот здесь у нас такое предприятие открылось. Мы думаем, теперь нам не придется возить куда-то за пределы республики. Это нам очень хорошее будет подспорье. Важным этапом встречи стало обсуждение форматов и направлений сотрудничества между группой компаний «Домате» и фермерскими хозяйствами в сфере возрождения овцеводческой отрасли республики и насыщения рынка широким ассортиментом продуктов из баранины. Уже на сегодняшний день ассортиментная линейка завода насчитывает более 200 позиций и включает в себя натуральные полуфабрикаты из баранины и ягнятины, фарши, маринады и консервы. В этот же день для участников экскурсии организовали совещание, на нем обсудили вопросы племенного дела, генетики и использования современных репродуктивных технологий, направленных на улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота и создание племенного ядра высокоэффективных животных. Завод и впредь будет наращивать ассортимент продукции. А со стороны Министерства сельского хозяйства будет всяческая поддержка в развитии овцеводства, отметил министр отрасли Анзор Баташев. И в том числе для этого, чтобы мы с вами договорились, чтобы вы сами услышали, какие у них есть возможности, какие меры поддержки от нас есть. И в конце концов, чтобы мы вместе объединились, чтобы этот завод работал на полную мощность и работал долго во благо нашей республики. Специалисты сервисной компании «Домате» рассказали фермерам о поддержке, которую они готовы оказывать в вопросах ветеринарии, выращивания овец, растениеводства, кормления. Ответили на их вопросы. Предложили сотрудничество на взаимовыгодных условиях и участие в конкурсе «Лучший фермер». Впервые такое большое количество сельхозтружеников посетили завод. Результатом совместной работы после подробного изучения информации будет подписание контрактов между группой компании «Домате» и владельцами фермерских хозяйств. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.